Всем привет, это программа «Про станцуй» и все, что происходит за кадром второго сезона телепроекта «Станцуй лучше» версия 2.0 прямо здесь и прямо сейчас. Напомню, на прошлой неделе все 13 команд финалистов получили задание заключительного тура. Напомню, главная тема концерта – кино. Как справляются с испытанием хореографы и танцовщики, узнаем прямо сейчас. Отправляемся в гости к коллективу «Ассорти». Задорным и озорным народным танцем запомнились эти девчонки всем во втором туре проекта. В своих силах были уверены, плюс фортуна не подвела. В итоге в руках путевка в финал. Конечно, дети волнуются, конечно, для них это первый раз участие в телевизионном проекте. Но я бы не сказала, что они очень сильно перевозбуждены или какое-то очень волнение большое сильно. Есть, но немножко. Так, мандраж такой, легенький мандраж. Оно и понятно, ведь представлять на финальном концерте участникам предстоит абсолютно новый танец. На его подготовку организаторы дали лишь 2,5 недели. В процессе жеребьевки «Ассорти» достался конверт с фильмами «12 стульев» и «Танцор диско». Первым делом позвонила своим педагогам. У меня их 2. Девочка у меня есть по акробатике и девочка по народным танцам. Естественно, я с ними посоветовалась, что ближе, что мы можем сделать за такой короткий срок. И все-таки мы приняли так между собой вот втроем решение, что это будет 12 стульев, но решили спросить у детей. Индийскими мотивами сами танцовщики, как ни странно, тоже не вдохновились. В своем выборе ансамбль «Ассорти» оказался единодушен. Да, хороший фильм, его почти все смотрели. Ты смотрела фильм «12 стульев»? Да. И чем он тебе понравился? Интересный. Слышали, какие фильмы достались конкурентам? Кому подфартило, вот по-вашему? Мне кажется, тому, кому попал «Мадагаскар», потому что там более позитивная песня и много чего можно придумать. Так, а ты что думаешь? «Шаг вперед». Конечно. Почему? Потому что они называются, их коллектив называется «Шаг вперед», и им «Шаг вперед». Но это их направление, и будет легче сделать танец. Еще варианты есть? Нет? Мне кажется, «Погоди» было, потому что там вроде как это мультик, очень легкий, там можно очень легко как бы придумать танец. Как бы там ни было, но думать о конкурентах ансамблю некогда. Параллельно с участием в телепроекте они успевают покорять и другие конкурсы. А потому репетируют в усиленном режиме. И похоже, что в этом зале бывают даже чаще, чем дома. Пытаются запомнить движения, смотрят фильмы и борются за победу на равных со всеми и самые юные участники нашего телепроекта. Среди финалистов есть 2 команды малышей – студия «Миртанцы» и образцовый ансамбль «Надежда». Кстати, за «Надежду» болеет весь поселок Белые берега. В финале придется бороться с очень сильными командами. Страшно? Ну, честно. Нет. Они же большие. Нет. Опытные. Нет. Всех порвете? Нет. И какое место за них хотите? Первое. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Вот такие маленькие и бесстрашные, проще говоря, настоящие артисты подрастают в образцовом ансамбле танца «Надежда». Поражают, кстати, эти дети не только уверенностью, но и трудолюбием. Надежда! Надежда!
Кажется, что прыгать, кружиться и, конечно, танцевать. Эти танцовщики готовы бесконечно. В общем-то, и неудивительно, что до финала остается еще больше недели, а у этих маленьких звезд уже практически готов танец. Я вытянула, и у меня уже были идеи. Я уже знала, что самая первая строчка – это будет мой фильм. У нас единственный в коллективе досталась тема. Я скажу «О зоре здесь тихие», потому что это тема военная. Скоро у нас 9 мая, большой праздник. В России его все любят, ценят, уважают. Я думаю, наш зритель нас найдет и увидит. Все же отмечу, как и у всех команд, у ансамбля «Надежда» был и второй вариант – «Гарри Поттер». Именно от этого фильма отказался коллектив. Готовиться к постановке по фильму «О зоре здесь тихие» начали с просмотра. Понять сюжет малышам помогали вместе руководитель и родители. Что в итоге получилось, увидим 29 апреля. Кто-то из наших участников, получив конверт с названиями двух фильмов, долго колебался, не мог определиться, пересматривал фильмы снова и снова. Кто-то, но точно не студия танцевальных искусств «Шаг вперед». Впрочем, на месте девчонок, наверное, каждый бы поступил точно так же. А здесь только российские или зарубежные? 9,5 недель. «Шаг вперед!» Фильм «Шаг вперед!» Либо «Приключения Буратино». Ну, я думаю, выбор очевиден. Прям мистика. Да. То есть лучшего варианта для вас не придумаешь? Нет, этот нас устраивает прям вполне. Они не боятся, берутся абсолютно за все современные стили, которые только существуют в хореографии. Им давно покорились вок, дэнс-холл, джаз-фанк, хаус и хип-хоп. И весь этот арсенал они обязательно пустят в ход уже в финале этого сезона проекта. «Шаг вперед» за победу борется уже второй год подряд. К трудностям, испытаниям и сюрпризам от организаторов в этом сезоне, пожалуй, были готовы больше, чем остальные. Может быть, как раз именно поэтому, как магнитом, весь сезон притягивают к себе фортуну. Сначала успех на этапе голосования, а теперь и в преддверии финала. «Шаг вперед» — ваше название связано с фильмом? Да. Напрямую? Да, напрямую. То есть 6,5 лет назад это был популярный фильм. То есть там только первая часть, поэтому шаг вперед. Но расскажи, наверное, все-таки ты коллективу озвучила хотя бы второй вариант или нет, который вам достался? Я, конечно, озвучила, но они сделали так, или что? Кстати, что это было? «Приключения Буратино». Ну, я думаю, что выбор «Шаг вперед» или «Приключения Буратино» — «Шаг вперед» — выбор «Шаг вперед». С легкостью и уверенностью девчонки не только справляются со всеми испытаниями, но и рассуждают о конкурентах. Тройка лидеров. Прям говорить тут. Я не знаю. Ну, может быть, там «Дансбаза». Так. Может быть, там, я не знаю, «Шаг вперед». Вот, тройка, а кто еще там, третий, даже не знаю. Вот, двойка. Двойка. То есть «Дансбаза» для вас самый главный конкурент? Ну, они достаточно сильные, да, я считаю так, да. Вы кого называете своими конкурентами? Никого, у нас нет конкурентов. Определенно лучшие. Конечно. Что значит не лучше? Если лучше. На то, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи, отработать движения, а еще и шить костюмы, у наших участников остается совсем немного времени. Уже ровно через неделю их постановки оценят жюри и телезрители. Грандиозный финальный гала-концерт телепроекта «Станцуй лучше» версия 2.0 состоится в Международный день танца 29 апреля в 18.00 в концертном зале «Дружба». Спешите за билетами, это была программа «Про станцуй». Увидимся!